Так, привет. Еще один тест камеры HD720. Вот тест видеосъемки. Вот так вот камера снимает. Вот в этом тесте я решил показать комплектацию камеры. Вот эта инструкция. Вот инструкция на английском языке. Поэтому там ничего не понятно. Я во всяком случае не понимаю. Вот бокс для подводной видеосъемки. Вот, вот так он выглядит. Две клавиши. Это включение и включение записи. То есть регулировки зума, ну, через бокс невозможно. Вот, вот так вот через резиновую прокладку это все герметизируется. Вот. Вот так вот этот бокс защелкивается. Даже одной рукой можно защелкнуть. Отщелкнуть одной рукой уже не получится. Вот, то есть вот так вот оно все выглядит. Это крепление для самой камеры голой. То есть в самой камере нет отверстия под штатив. То есть для того, чтобы прикрепить камеру на штатив, ее надо будет прикрепить на вот это крепление. Уже это крепление прикрутить к штативу. Вот это у нас ремешок для крепления на голову. Вот, вот это крепление на голову. То есть сюда заводится, в эти отверстия заводится ремешок, сюда уже цепляется камера, и крепление для велосипеда. Вот это все, что было в комплекте. Камера пришла вот в таком кулечке, то есть не в коробке, а вот в таком кулечке, и все аксессуары были в маленьких кулечках. Вот. Ну, все, в принципе, все ясно, предельно. Качество съемки камеры, в принципе, неплохое. Она снимает в HD качестве. Воспринимает карточки памяти до 32 гигабайт. Очень много настроек. Настроек даже больше, чем на SG4000. Вот. Ну и качество съемки, ну, я бы не сказал, что намного хуже, чем на SG4000. Хотя цена ниже в два раза. Вот, поэтому делайте свой выбор, решайте сами.